Новая Валерия в Тюменской области, похоже, восходит. Будущая звезда отечественной эстрады, 15-летняя Лера Борисова, живет в поселке Заречный Ногайского района. Последние 3 года она регулярно выигрывает различные песенные состязания. Одна из последних побед – лауреат первой степени международного конкурса Art Premium People Award. Гала-концерт прошел в Москве. Лера самородок, у нее нет музыкального образования, ее руководитель – мать Наталья Клинкина. Тоже, кстати, работник культуры.